я получила вот такую папку. И здесь разные-разные покрытия. Сегодня мы сделаем с вами замшу. Я сегодня вам покажу, ребят, как это сделать с первого раза, чтобы получилось вот так, как у этого профессионального декоратора. Переход двух вариантов покрытия здесь получилось у нас такими большими рывками, здесь маленькими. Кстати, как вам нравится больше? Мне вот, наверное, вот так нравится больше. Хотя это тоже интересно. Вообще, мне нравится вот такой вот вариант стены в доме, в спальне. Прям, мне кажется, просто будет бомбически выглядеть.